Здравствуйте, дорогие долгопрудницы. Я долгопрудник из Долгопрудного, писатель-драматург и филитонист. Что такое филитонист? Это всегда бельмо в глазу у администрации. Поэтому у меня очень много возникло проблем с администрацией, с правоохранительными органами, также с самой прокуратурой. Первое, что я могу сказать, значит, вот по тем, значит, я все, что я говорю, это основано на документальных фактах. То есть кропотливая работа, ответ, вопрос, ответ, вопрос с печатями и подписью. Так как меня объявили, что я занималась ЖКХ, я действительно второй год работаю над этим вопросом. Получить документацию и сверить стоимость работ нелегко. Мне пришлось пойти на хитрость, записаться к Троицкому по горячей линии. И тут совершилось чудо. В ответе мне выслали всю калькуляцию. По этой калькуляции я высчитала, где у нас, у долгопрудницев, дыра. Это черная дыра. А черная дыра в том, что завышены цены на содержание домов. И разница с другими ЖКХ идет в 600 рублей. Чтобы люди поняли, как это, что, допустим, мне нужен был радиатор под предлогом, что мне надо подсоединить радиатор, я обратилась в управляющую компанию, там мне озвучили сумму. Я под этим предлогом, конечно, позвонила Троицкому. Троицкий сказал: ну вот, вам вышлют, значит, все документы, и ко мне попали документы. Значит, стоимость радиатора 6000 рублей. Это установить, только установить. В других ЖКХ эта услуга 2100. Резетка в других 400, у нас 1200. Так теперь вы поняли, откуда такая высокая цена? То есть завышенные расценки по содержанию домов. Теперь мне надо. Нет, они эти не по платные. Вот тут кто-то крикнул: платные услуги. Нет, это заложено в калькуляции содержания домов. А то это не то, что это платная услуга. Так вот. Это идет разница в 600, где-то по моей квартире в 600 рублей. Вот. Поэтому мне сказали, что да, в ГЖИ, я обратилась в ГЖИ, государственную инспекцию, и мне сказали: да, ну есть, обращайтесь в суд. И это как походит на тот случай из спектакля, где всех герой посылает в сад. Идите в сад. Так же у нас. Иди в суд.